Мокры снег и туман прогнозуют синоптики на апошние дни адыходящего года. Надворье захаваецца неустойливое. Завтра будет каля нуля у день и до 4 с минусом у ночи. У субботу станет крыху холоднее до 5 градусов морозу у день и до 7 у ночный час. Каля нуля и мокры снег у прогнозе на 30 и 31 снежня. На дорогах захаваецца гололедица. Водителям варто быть особливо уважливыми и заховывать безопасную дистанцию руху.